Уважаемые наши бизнесмены, сегодня вы занимаетесь малым, средним бизнесом, потому что весь крупный бизнес в руках Назарбаева. Мы должны разрубить этот узел, и тогда завтра вы найдете применение своему таланту. Сейчас многие из вас, наверное, не очень удовлетворены и пытаются сделать бизнес крупнее. Этому соответствует ваш масштаб, ваши возможности. Но эти возможности ущемляются нынешним режимом, который захватил месторождение. Любой крупный бизнес, который развивается, появляется, он захватывается. Немало историй, когда кто-то проявляется, дает красивый ресторан, и его сажают в тюрьму и отбирают. Вот недавний случай в Алматы. Таких примеров много. И всему это виной этот режим Нурсултана Назарбаева, во-первых. Второе, то, что мы не сопротивляемся и не добиваемся смены этого режима. Поэтому, уважаемые бизнесмены, не сидите в кустах, не пытайтесь отсидеться, выжить, потому что к вам тоже придут или могут прийти. Зачем ждать этого? Зачем? Поддерживайте нас, делайте вклады, помогайте семьям политически преследуемых. Потому что, когда вы это сделаете, гражданское общество окрепнет, и мы снесем этот режим. Еще раз, я обращаюсь ко всем гражданам Казахстана. Мы должны вернуться, мы должны завоевать свою независимость, мы должны действительно построить новый Казахстан. Возвращаемся в современный сильный Казахстан, возвращаемся все и в первую очередь молодежь. Алга Казахстан!